2500 учащихся младших классов окружных образовательных учреждений с 1 сентября получают бесплатное горячее питание в школах вне зависимости от дохода родителей. Как организован процесс питания учеников начального звена, лично проверил временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный. Столовая в новом здании третьей школы рассчитана на 200 посадочных мест. При входе есть все необходимое для обработки рук, а столы для учеников начальной школы накрываются сразу после окончания второго урока. Все натуральное – это оленина, наша местная оленина. Компот из шиповника. Я как родитель понимаю, что еда здоровая. Поэтому вот мы спросили у ребят, и первоклашек, и четвертый класс, все в один голос сказали, что еда вкусная. Сегодня мы попробовали ее сами. Действительно, еда горячая, качественная. Мы, родители, не должны переживать за своих детей. У них будет качественная, горячая питание. Согласно указу президента на организацию бесплатного питания школьников начальных классов, регионы получают федеральные средства на условиях софинансирования. До конца текущего года Ненецкому округу выделено 12 миллионов рублей. В следующем году на горячее питание из федерального бюджета ожидается поступление 31 миллиона, а в 2022 году 36 миллионов рублей. Дополнительные средства на горячее питание для школьников будут привлечены из окружного бюджета. Расчет у нас идет 109 рублей на одного человека. Мы получили федеральное софинансирование 12 миллионов рублей. В общей сумме на 4 месяца у нас на 35 миллионов рублей уже все финансирование есть. У нас будет организован до конца года бесплатное питание для первых и четвертых классов. Питаются детишки один раз, дети, которые с ОВЗ, питаются два раза. Питание школьников с 5 по 11 класс оплачивается наполовину родителями, остальное – из окружного бюджета. Бесплатные обеды предоставляются детям с ограниченными возможностями здоровья и сиротам, а также детям из семей, где средний душевой доход не превышает однократной величины прожиточного минимума в регионе при предоставлении необходимых документов. Александра Литкова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».